Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на нашем канале «Прошу к столу». Сегодня мы с вами будем готовить универсальный салат-соус «Оранжевое чудо». Для этого нам понадобится 1,5 кг помидор, 2 кг моркови, 150 г чеснока, 100 г растительного масла, 4 столовые ложки сахара, 1 столовая ложка соли, 1 столовая ложка молотого перца и 1 столовая ложка уксуса 9%. Помытые овощи разрезаем на небольшие кусочки, из помидора удаляем плодоножку и все пропускаем через мясорубку. В кастрюлю хорошо перемешиваем, ставим на огонь, добавляем масло, сахар и соль. Еще раз перемешиваем, доводим до кипения и варим наши овощи 20-30 минут. Наш салат-соус готов, он прокипел 20 минут. Мы добавляем чеснок. Черный перец и уксус. Все хорошо перемешиваем, выключаем огонь и раскладываем наш салат по баночкам. Готовый салат перекладываем в предварительно пастеризованные банки, закрываем стерилизованными крышечками. У нас получилось 17 красивых оранжевых баночек по 125 мл. Накрываем баночки полотенцем или пледом и оставляем баночки до полного остывания на 1-2 дня. Потом храним в прохладном месте. Этот универсальный салат-соус можно подавать к мясу, пасте, яичнице и даже намазывать на бутерброд. Спасибо, что смотрите наш канал. Подписывайтесь и ставьте лайки. Прошу к столу и приятного всем аппетита!